Доброе время суток, с вами Виктор Дулин. И сегодня мы с вами занимаемся перезагрузкой, так сказать, 50-литрового термосептика, который находится в квартире, можно сказать, в моем кабинете. Вот я левую секцию при вас освободил, загрузил ее макулатурой сухой. Вот видим здесь остатки картона. И теперь вот эту секцию то же самое. Смотрим, что здесь в качестве готового биогумуса. И видим, что в нем еще довольно-таки много дождевых червей, поскольку здесь корм был сверху довольно-таки много. И, соответственно, с этого корма перетекала жидкость. И, соответственно, было даже в старом субстрате возможность червячишкам кормиться, что они успешно и делают. Вот такая плотность заселения червей у нас в обеих секциях. И теперь мы с вами займемся выборкой дождевых червей из, так сказать, готового вермикомпоста. Но готовность его условная. Для продажи, конечно, такой не пойдет, потому что мы видим в нем много остатков яиц, палочек всяких. Вот от картона пленка, которая была. Так что этот компост у нас идет для рассады готовый. Уже дело к середине осени, и через полтора месяца мы уже в это биогумус, смешанный с песком, всего 25% этого биогумуса пойдет, остальное крупный песок, будет у нас готовый грунт для рассады персов, баклажанов, потом помидоров, огурцов и так далее. Здоровья вам и благополучия, и такой же успешной переработки отходов в ваших термосептиках домашних. Ну, сколько здесь работает дождевых червячишек, очень просто определить. Если 50 литров, значит 1 к 10, 50 килограмм, здесь может работать 5 килограмм дождевых червей, и ежесуточно они перерабатывают примерно 5 килограммов отходов. Здоровья вам и благополучия!